Здорово, дружище. Как ты? Здравия желаю. А так все путем. Ну, есть тут для тебя одно дельце. Но предупреждаю, мутная до нельзя. Просто мистика прям какая-то. Ну и что там, инопланетяне фуру с куриными окорочками украли? Или полтергейст в банке сейф вскрыл? Ну, можешь пофантазировать, пока тебе Скрипков материалы дела не привезет. Некая Алена Колоди написала заявление о том, что вчера ночью видела, как ее свежепохороненный супруг встал из могилы. А на утро обнаружилось, что с ее счета были украдены 40 тысяч баксов. Колоди Алена состоит на учете у психиатра. Лечилась от панических атак. Кушала антидепрессанты. Тетерев что, надо мной поиздеваться решил? Вези материалы назад и передай ему, чтобы вызвал для клиентки скорую из дурки. Тем не менее, вот выписка из банка. Там подтвердили, что еще вчера на счету Алены было 40 тысяч долларов, а сегодня ноль. Встал из могилы и деньги украл. Вот и какой зомби-апокалипсис. И чего она только ночью поперлась на могилу свежепохороненного мужа. Пока сие неизвестно. Ну так выясняй. Со слов Алены Колоди, когда она увидела встающего из могилы мужа, то сразу же от страха опустилась на утек. Вот здесь, скорее всего, она споткнулась и потеряла сознание. Когда ее нашли, то она вообще не понимала, что здесь делала. Ее привели в чувство, и тогда она рассказала о воскресшем муже. А вот, кстати, его могила. Могила Артура. Прям средневековый героический эпос. Сергей Юрьевич, только она разворочена. Скорее, разворована. Странно. Грунт с виду свежевыкопанный, а землю вроде в попыхах набросали. Не, Сергей Юрьевич, тут очень много следов преступления. Посмотри, что там блестит. Сейчас. Перчатки. Извините. Одну секунду. Сергей Юрьевич, это какая-то бусинка с головой то ли змеи, то ли дракона. История становится все мистичнее. Алло, ты чего делаешь? Ты зачем могилу разрыл, а? Это не я. А кто, я, что ли? Я как раз и пытаюсь выяснить, кто это сделал. А, ну тогда другое дело. Скажите, кто здесь работал в день похорон? Ну, я работал. Рыл могилу, закопал. Все аккуратно было. Больше не подходил. А кто-то из ваших коллег мог подходить? Из наших никто. Мы мертвецов не тревожим. Мы профессионалы. Мы покойника уважаем. Скажите, а когда вы закапывали, вы этот предмет не видели? Не. Нам эти бабские цацки без интереса. Хорошо. Слышь, а вы что, уже всех живых бандюков переловили? Что покойниками занимаетесь? Нет, только воскресшими. Судя по медкарте, у нашего воскресшего зомби нехилый цирроз печени был. На почве алкоголизма и гепатита С. Последние 2 года перед смертью держался, не пил. Но неожиданно сорвался и сразу на тот свет. Тотальное кровоизлияние, несовместимое с жизнью. Да, скоро ему только рукой помахать успела. Нашел. Похоже, найденная на могиле бусинка – это часть конхималы. Это такие священные бусы кришнаидов. А почему у нашей голова змеиная? А Кришна его знает. Да, были у меня в практике бандюки-мусульмане, православные маньяки, воры-католики. Был даже один обкуренный буддист, который ювелирку грабанул.
но кришнаидов еще не было. А вот и жена зомби собственной персоной. Ну что ж, добро пожаловать. Алена, давайте так. Пока не будем говорить о воскрешении вашего мужа. Вы мне не верите? Я следователь, и верю лишь в факты. Например, в цирроз печени. Цирроз в последней стадии довольно-таки серьезный диагноз. Вы переживали, наверное, за мужа? Артур пить бросил. Представляете? Просто взял и завязал. Конечно, не так просто все это было. Он смог отказаться от алкоголя. На компьютерные игры переключился. По мне так лучше, это зависимость. А в какие игры он играл? Танчики, линейку? Покер. Это онлайн-казино. В последнее время вообще компьютер из рук не выпускал. Все выиграть пытался. Представляете, выиграл 50 тысяч долларов. 40 тысяч сразу мне на счет положил. Сказал благодарность за мое терпение. А оставшиеся 10 тысяч? Плазму купил, одежду себе, мне, маме моей. А мне еще стиральную машинку и ноутбук. На Карибы нас хотел свозить. Турфирму подходящую искал. А потом решил с друзьями встретиться. Решил похвастать выигрышем. Собрал троих друзей в баре. Кружечка на Озерной. Я тогда у мамы была за городом. Подарки ей привезла. Уже обещал, я пить не буду. Я только их угощу. Почему я с ним не пошла? Он умер при вас? Я домой прихожу, а там скорая. Сам вызвал. Плохо стало после бара. А врачи сказали, напился. Сам виноват. А кто был на похоронах? Мама моя, свекруха, парочка друзей. Ну, а чем вы занимались после похорон? Я не помню. У меня все как в тумане после его смерти. А почему вы пошли ночью на кладбище? Вы помните? Я очнулась в гостиной. Сознание, наверное, опять потеряла. Я не помню. Со мной такое часто бывает в последнее время. Оделась, взяла цветы, они в вазе стояли. И на кладбище пошла. Я к могиле подхожу, а там Артур. Он встал из земли. Артур! Я испугалась, побежала. Упала и опять отключилась. Ну, а что было потом? Утром обнаружила СМС на телефоне. С моего счета сняли все деньги. Все 40 тысяч. Скажите, как часто вы принимаете антидепрессанты? Вы думаете, я сумасшедшая? Скажите, это ваше? Нет. Я такого не ношу. У меня только вот кольцо обручальное и цепочка. Ну, понятно. Вы фотографии мужа принесли? А, да. Послушайте, вы действительно думаете, что я ненормальная? Слушаю, Николай Владимирович. Серега, тут Скрипков приперся организовывать эксгумацию. Ну да, это мои указания. Я, конечно, доверяю твоей профессиональной чуйке, но нужны веские основания. Ты понимаешь, скольких людей должен сейчас задействовать? Ну доверяете, значит доверяете. Не, ну что значит доверяете? Ну, отдохнули немного? Продолжим. Так, еще раз дотянитесь левой рукой до пальца правой ноги. Сколько мне это еще сделать? 100? 200 раз? Пока не дотянетесь. Еще. Теперь наоборот. Правой рукой.
осталось совсем. Спокойно. Спокойно, вам просто нужно расслабиться. Вы сами себя загоняете в психологический тупик. Достали меня уже своим психоанализом. Вы всех так грузите. Может, поэтому муж вас и бросил? Нет, не поэтому. Я сама от него ушла. Застала в нашей спальне с любовницей. Все? Ваше любопытство удовлетворено или вас интересуют подробности? На сегодня закончили. Ну что, Сергей Юрьевич, могилу раскопали, тело... Что, ушло погулять? Увы, тело на месте, отправляем на экспертизу. Ладно, тогда дуй в бар, где гулял Артур, и достань видеозапись. Понял, конец связи. Вы простите, я совершенно напрасно нагрубил. Все в порядке. Мне тоже не стоило откровенничать. Ну, что вы, было интересно. Неожиданно, правда, но интересно. Так, может быть, вы поделитесь со мной? На самом деле, Сергей, это важно. Нет, это не важно. Если вам не терпится, вы можете прополоскать мозги Скрипкову своей психологией. Грубо, но ожидаемо. Не удивили. Помощник следователя уголовного розыска Скрипков. Нужна ваша помощь. Мне нужно изъять записи всех камер наблюдения. Так, бухают, треплются. А ну, ускорь чуток. Стоп. Помедленней. Вот как сорвался виновник торжества. Просит еще налить. Разгулялся. Кто-то звонит. Он сбросил. Второй звонок. Вы заметили, что Артур не сильно пьяным выглядел? Он скорее расстроенным. Наблюдательный ты стажер. Но одну деталь упустил. А ну... Увеличь. Сейчас. Сергей Юрьевич, оно? Стажер, срочно разыщи собутыльника Артура, в первую очередь этого с браслетом, чтобы утром сидел здесь у меня. Есть. Проходи. Привет, Серж, добрый вечер. Здоров. В шахматы не везет, видишь, я нарды прихватил. Вдруг в нарды фортуна улыбнется. Ну, не попробуем, не узнаем. Ну да, конечно, да. Ух ты. Какой у тебя интересный браслетик с уроборосом. С чем? Уроборос, змей, поедающий свой хвост. Символ... жизни и смерти, умирание и перерождение. Умирание и перерождение? Да. Умирание и возрождение. По сути, бессмертие. Буддийский символ, наверное. Да нет, еще буддийский. Он во всех древних культурах есть. А этот твой браслетик, скорее всего, хипстерский. А где ж ты, молодость моя, растворившаяся в долине фей? Ну ладно, поехали. Куда? В нарды срубимся. Да, правильно, правильно. Да, я был знаком с Артуром, и что? В чем моя вина? Анатолий, а что у тебя за браслет на руке?
Ураборос. Символ цикличности жизни. Я верю в вечность и новый шанс. А ты новый шанс в чужой могиле ищешь? Не понял. Ты зачем могилу Артура раскопал? Да вы что? Артур был моим другом. Ноутбука. Артур на пьянке хвастался онлайн-выигрышем. Я тоже играю в онлайн-казино. Но мне тотально не везет. А ему вдруг так повезло. Еще этот счастливый ноут. А на похоронах я увидел, что его жена положила ноут в гроб Артура. И ты решил украсть у мертвого друга? Я обкуренный был. Я решил, что счастливый ноут Артуру уже незачем. А я так долго ждал шанса. Мне тоже нужно выиграть. Я должен, понимаете? А когда жена Артура меня застала, я и сам до смерти перепугался. Случайно браслет порвал, в торопях бусинки собирал, только потом обнаружил, что головки не хватает. Разорванный ураборос — это конец. Это как падение в пропасть. И никакой вечной жизни. Можно мне бусинку вернуть? Ну, для начала тебя настигнут слуги Фемиды, потому что ты вандал. И осквернитель могил. А за вандализм грозит штраф или исправительные работы. А во-вторых, ты подозреваешься в краже денег со счета жены Артура. А вот за это дают уже хороший срок. Какие деньги? Я идеалист. Я не могу красть чужое. Да? А ноутбук? А я после выигрыша собирался его вернуть туда, в гроб. Ладно, вези, оформляй. Ты там пошерсти ноут, может, что найдешь. Ну, а у тебя, Анатолий, последний шанс сделать чистосердечное признание. У меня на балконе конопля растет. Поехали. Место укола будет жечь, сразу предупреждаю. Но витамины этой группы вам необходимы. И если вдруг будет нестерпимо больно, надеюсь, вы мне скажете. Этим-то, я надеюсь, вы можете со мной поделиться. Расслабьте трицепс. Угу. Оп. Все. Все, все, все. Свободен. Слава богу, что в жизни есть еще вещи поважнее вашего психоанализа. Например, отчет об эксгумации Артура Колодия. Незадолго до смерти погибший употребил существенную дозу алкоголя, предположительно пиво. Ну, это понятно. А вот и сюрприз. В желудке и крови были обнаружены следы парацетамола. Судя по остаткам, доза парацетамола была больше нормы. Между прочим, при циррозе парацетамол смертельно опасен. А в сочетании с алкоголем это просто бомба для больной печени. Алло, Алена? Здравствуйте. Никонова беспокоит. Скажите, а в последнее время у вашего мужа была простуда? А головные боли? Спасибо. До свидания. Ну и нахрена тебе нужно было принимать парацетамол? Ну что, я проверил ноут Колодия. Ничего секретного, грязного и даже интересного я не нашел. А у вас что? Да вот гадаю, насколько реально подмешать куда-нибудь парацетамол, чтобы человек глотнул и не почувствовал горечи во рту. А для циррозников горечь во рту – это обычное дело. Да и парацетамол можно подмешать в любой напиток, но вот только таблетки до конца не растворяются, и на поверхности остаются крупинки. Я этого не знал.
А вы? Бочонок, мне надо допросить всех собутыльников Артура. Где хочешь, как хочешь, найди их и притащи сюда. Есть. Вы хорошо знали Артура? Да прилично. Лет 5. Мы все работали на одной фирме, торговали бытовой техникой. Значит, вы не могли не знать, что Артуру пить нельзя? Мы знали, что он завязал. Но у человека праздник жизни случился. Такое только раз бывает. Как не отметить? А что пил Артур с вами? Только пиво. Я небольшой бочонок заказал дорогого импортного. Специально для Артура. Ну, в том смысле, что водка сильно по печени сандалит, а пиво вроде как легче. Судя по вскрытию вашего друга, это пиво варят с добавлением парацетамола. Какого парацетамола? Вы о чем? Мы все пробовали это пиво нормальное, светлое. Не знаю, это пиво тоже пил, вкусное. А кто звонил Артуру в тот вечер? Жена звонила. А Артур еще перед ней оправдывался, дескать, глоток пива сделал и все. Алена Артура постоянно клевала мозги. И даже в тот день, когда у него сбыча меч случилась. А вот после последнего звонка Артур сказал, что его ждет такси. Собрался и ушел. Нет, но у бабы хоть какие-то тормоза в конце концов должны быть. Полностью с вами согласен. Вы свободны. А что сказал бармен из кружечки? То же самое, в герметично закупоренный заводской бочонок подмешать что-то нереально. Значит, нужно подходить к этому делу с другой стороны. Алкоголик, да еще с циррозом, обуза для любой женщины. Алена от смерти мужа только в плюсе. Все призовые бабки ее. Муж выиграл в казино, муж уже не нужен. Черная вдова. Но насколько она черная, нам еще предстоит определить. Я дам запрос на все ее данные. Может, где-то под девичьей фамилией проходила. Ну, а ты поедешь за город, навестишь ее мать. А заодно и вот, или мне сказать волшебное слово. Хозяйка! Вы знаете, Алена веселая приехала. Подарков навезла. Хвасталась, что они с Артуром летят на Канары. Вот такие вот Канары получились. В котором часу она к вам приехала? Около 5. И до скольки она здесь была? Да там, до 7 уже. Она ему позвонила отсюда. Он уже готовый был в баре. Ну, Алена умоляла его поехать домой. Вызвала ему такси. Сама умчалась домой 7-часовым автобусом. Скажите, вы слышали весь ее разговор с мужем? Нет, у нас в доме мобилка плохо ловит. Она вышла во двор звонить. Ну что там? Я проверил показания матери Алены Колодей. Соседка сказала, что видела, как Алена шла на 7-часовой автобус. Ты время поездки засекал? Да. Добрался из поселка за 1.5 часа. Набитый автобус, дышать нечем, воняет. Значит, хроника событий такая. Артур гульбенил в баре с 5 до 7, умер в 20:45. Согласно экспертизе, парацетамола он наглотался за 2-3 часа до смерти. Как раз в это время Алена была у матери. Она зашла к себе в квартиру чуть позже бригады медиков, они это подтвердили. Значит, Алена не могла отравить своего мужа. Тогда пойдем другим путем. По следам ее денег. Убийство и кража должны быть как-то связаны.
Чтобы разобраться с кражей ваших денег, нам нужно проверить все мобильные телефоны, компьютеры, плюс все гаджеты, которые производят обмен информацией. Вот. Угу, спасибо. А телефона Артура я выбросила. Видеть его не могла. У вас все списки звонков удалены, и смс-ок тоже нет. Это Артур поставил очистку автоматическую, чтобы память не засорялась. Спасибо. Можно? Да, пожалуйста. Давай колись. Ты уж светишься, как новая копейка. Сергей Юрьевич, я нашел на ноуте Алены Колодей фишинговую прогу. Хакер написал киберсквотинговую замануху. А теперь по-человечески. Я изъял ноут Алены Колодей. Она забыла выйти из своей учетной записи. И поэтому у меня была возможность порыться в ее письмах. А вот этот студент. Уже статья с конфискацией. Шутка юмора. Смешно. Дальше что? У нее на почте я нашел письмо «Чистый разводняк», а в нем некий Градбанк просит авторизироваться. По неопытности Алена перешла по ссылке в письме и в анкету вбила все данные своей кредитной карты, включая пин-код. А дальше, как говорится, дело техники. Именно так. Это был подставной сайт. Кто-то сымитировал главную страницу банка, где у Алены лежали 40 тысяч. Эти сайты отличались только одним символом. То есть gradbank.com вместо grandbank.com. Этот метод называется фишингом. Ну, это своего рода рыбалка на ламеров. Значит, эти рыбаки забрасывают в интернет наживку и ждут своего улова. Слушай, а может, мошенник лично знал Алену? Понимая, что она лох в компьютерах? Ну, это как с такси. Можно выйти на дорогу и махать рукой. А можно вызвать на дом? Такси. Именно. Такси. Помощник следователя уголовного розыска Скрипков. Есть разговор. Я хорошо помню тот вечер. Забирал я их возле бара. Кружечка. Их? Пассажир что, был не один? Нет. Двое мужиков было. Один пьяный. Он всю дорогу возмущался там, кипятился, что не дали попить в теплой компании. Все, жену свою материл. Да я таких тысячами перевидал. Хорошо, хоть еще мне с сидушкой. В салоне не обрыгали. А видеорегистратор у вас есть? Не. Месяц назад сломался. Узнаете? Это тот, который впереди сидел. Хамло пьяное. Почему хамло? Ну так понимаете, когда поехали, тот, который трезвый, он достал пакет сока и начал тыкать своему корешу пьяному. А я и заявляю, меня в машине не пьют, не курят, не едят. Ну не столовка, в конце концов. А этот мудак мне, мол, заткнись, батя, ну, синюшник. А у самого руки трясутся, сушняк схватил. Он тут сок хватает, пьет. Ну и понятное дело, разлил. Да хорошо на себя. Так он же еще сидушку облил. А когда пакет сока возвращал, ну неблагодарный такой. Заявляет корешу. Че ты такой сок сладкий купил, а? Ну не хамло. А поможете еще составить фоторобот пассажира, того, который трезвый был? Добрый день. Здравствуйте. Скажите, а в каком виде продают парацетамол? Да в разном. Таблетки, инъекции, сироп для детей, смотря для кого. А что? Сироп сладкий и сок сладкий. Да так, ничего. Так, стажер, машину такси на экспертизу. Нужен анализ пятен на покрытии салона, особенно переднего пассажирского сиденья. И одежду Артура, в которой он ехал туда же.
Таксист плохо разглядел этого пассажира, сидевшего сзади. Вроде брюнет, глаза темные. Что по экспертизе? Анализ салона такси. Некоторые следы на одежде и чехле из машины совпадают. Это суспензия парацетамола, смешанная с небольшим количеством сока. Но это не самое важное. Самое важное, что я придумал, как нам найти Фишера. Кого? Ну, кибервора, который украл деньги у Алены Колоди. Мы сами забросим наш крючок в его пруд. Ну, только если... Что только? Что если? Если Тетерев разрешит. Ну, Тетерева я уговорю, но мы должны быть уверены, что твой план сработает. Одно из самых главных удовольствий хакера – это унизить жертву. Мы сымитируем ее повторное унижение. Он точно на это клюнет. Здорово, Серега. Что у тебя? Помощь нужна, Николай Владимирович. Просим подключить спецов по киберпреступлениям. Вот у стажера есть идея, он сам объяснит. Мы можем вычислить IP-адрес киберпреступника, который украл деньги Алены Колоди. С ее почты я пошлю мошеннику письмо. В нем будет шпионская программа, которая будет замаскирована под JPEG-овскую картинку размером пиксель на пиксель. Как только хакер откроет письмо, программа запустится, и мы вычислим его IP-адрес. Я тебя прошу, только ты своими вот айти-шмайти мне голову не забивай. Ты скажи конкретно, что тебе от нас нужно? Пробить этот адрес по базе пользователей интернет-провайдеров. У ваших спецов такой доступ есть. Ну так я тебе завтра дам человечка, ты ему все объяснишь. Спасибо, Николай Владимирович. Спасибо. Ну смотри мне. Там такой дождь. С чего начнем сегодня? С массажа или психоанализа? О, то, что вы обозначили для себя выбор, уже говорит о прогрессе. Сами с чего хотите? Я готов к частичной сублимации своих психологических травм. Так, минуточку. Сейчас. Фух. Я вся внимание. Пожалуйста, начинайте. Вы знаете, когда-то в детстве я ходил в школьный кружок по биологии. И не знаю почему, меня очень привлекали насекомые. Простите. Все, извините. Я подобрал на улице жука богомола. Такая странная зверушка с поднятыми передними лапками. Я посадил его в банку и стал наблюдать. А когда я понял, что ему одиноко, я решил найти ему пару. Но мой школьный учитель рассказал, чем заканчиваются брачные игры у богомолов. Это была моя первая детская психологическая травма. Вы до сих пор боитесь, что какая-нибудь самка откусит вам голову? Я боюсь. Так, мы продолжим эту беседу. Анна, добрый день. Добрый день. Это вам от Тетерева. Пробили по базе, нашли заявление 4-годичной давности. Алена Шацких, нынешняя Колоди, позвонила в полицию и заявила о том, что ее парень избивает ее. Так, наряд приехал, зафиксировал побои. Артур был в стадии глубокого опьянения. Но когда Алену стали расспрашивать о деталях происшедшего, она сказала, что ничего не... Но она стала выгораживать, чтобы дать мужу очередной шанс исправиться. Это все? Так точно. Ну, тогда свободен. Есть. Я тут вас случайно подслушала. Знаете, есть такое понятие – психогенная амнезия. Вытеснение из памяти психологической травмы. Кстати, очень удобно. Я бы сама иногда хотела стереть что-нибудь из своей памяти. На могиле мужа у Алены Колоди тоже был приступ беспамятства. Вот. Я об этом. Может, наша Алена интереснее, нежели мы думаем? Скажите,
А это правда, что вы занимались в биологическом кружке? Вы что, издеваетесь? Ни в каком биологическом кружке я не занимался. И насекомых я не люблю. А зря. Это я про кружок. Хотя я знаю, что в школе вы очень хорошо учились. И вообще, я знаю вас гораздо больше, чем вы можете себе это представить. Письмо хакеру сочинил? Шпионскую картинку я сделал, а вот с текстом еще не определился. От Алены ему надо послать что-то наивное. Вор должен думать, что она ничего не поняла. Алена должна обратиться к работникам ее реального банка. Диктую. Уважаемые представители Грандбанка, я знаю, что вы сами украли у меня деньги со счета. Вы за это поплатитесь. Алена Колодей, пусть мошенник думает, что он остался безнаказанным. Отправлено. Сергей Юрьевич, он клюнул. Хакер открыл письмо. Спецы Тетерева пробили комп нашего подозреваемого. Это дом на Речной, 16, квартира номер 6. Договор с провайдером на имя Ивана Швеца. Он там и прописан. Так это же адрес Алены Колодей. А какая у нее квартира? 5-я. Кибервор? Ее сосед по этажу? Кто там? Что вам нужно? Нам нужен Иван Швец. Я Швец Иван Васильевич. А что вы мне пистолетом тыкаете? Извините. Я в армии минометной батареи командовал. Я же вам показал удостоверение, ей-богу. Так а деда не читает без очков. Слеповат. Скажите, а кто у вас в интернете сидит? Только я. А что, дед похож на юзера? А пароль на Wi-Fi у вас стоит? Ну, наверное. Значит... Воруют? А, вам знакомо это лицо? Похоже на Митю. Это наш сосед сверху, только он еще очки носит. Из какой квартиры? 7-й. Покажешь? Да. Извините. Это Настя из 6-й. Нам ваше письмо по ошибке в почтовый ящик бросили. Сейчас. Тише, 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 тихо, тихо, тихо. Ручки на стену, сказал. Вот, молодец. Вот так и стоим, да, молодец. Вот, второй, вот, хорошо. Ух ты. А вот и берлога хакера. Сергей Юрьевич, скорее паучья нора. Значит так, Митя, он же Дмитрий Зеленский, убил Артура Колодея, напоив его суспензией парацетамола, которую залил в пакет из-под сока и подсунув ему в такси. Упаковку от сиропа обнаружили у него дома. Не привык убирать в квартире. После этого он украл деньги с вашего счета через подставной сайт. Он же айтишник, навыки имеются. Деньги обнаружены у него на антресоле. Митя, Митя, как ты мог? Как ты мог так поступить с Артуром? А со мной? Ты все-таки больная. Проверяя вашу электронную почту, Зеленский, я обнаружил письмо от Алены Колодей. У вас оно отмечено как важное, вы его храните уже больше года. Цитирую. «Мой брак уже не спасешь, зато и не испортишь. Куда уж дальше? Мить, у тебя не должно быть чувства вины. С тобой я будто оживаю». Да-да, это ты написала.
Боже мой. Ну что, Алена, вспомнили или напомнить детали? Когда вы помнили, что Артур снова сорвался в баре, вы решили все закончить одним махом. Вызвали такси и попросили Митю забрать Артура. Вы уговорили Митю подмешать парацетамол в сок. Это была целиком ваша идея. В награду за убийство мужа вы пообещали Мите вознаграждение. Сначала логика преступления Мити была непонятна. Почему, отравив больного мужа своей любовницы, он решил ее обокрасть? Ведь смерть Артура открывала дорогу и к ней, и к ее деньгам. Но все было намного сложнее. Алена сама приговорила мужа к смерти. Отравленный в соответствии с вашим планом муж скончался в муках. Для вас это стало сильнейшим шоком. В буквальном смысле вы напрочь забыли все, что было до того. Учитывая, что ваша память имеет свойство отказывать в момент сильного стресса, вы запомнили только то, что сказали вам врачи. Не очень жаль. Ваш муж напился и умер. Так это ты? Ты приходил со своими деньгами? Не получив обещанные деньги за убийство, Зеленский сам решил взять свое и обчистил вас до нитки. Ты почему не открываешь? Ты что, решила меня кинуть? Митя, о чем ты говоришь? Я вообще ничего не понимаю. Постой. Где мои деньги? Какие деньги? Где мои деньги? Какие деньги? Не помню я ничего совсем! Ну зачем я тебя послушал? Ты же просто сумасшедшая! Твой алкаш тебе напрочь мозги выбил! Я проклята. Больная сука. Добрый день. Добрый день, Анна. Вы знаете, я до сих пор под впечатлением. Да, чего? От того, как вы вскрыли подноготную этой дамы с амнезией. А, да я просто поделилась своими знаниями. Кстати, а чем все закончилось? Справедливостью. Анна Колодий и Дмитрий Зеленский в СИЗО ждут суда. Мне казалось, что эту женщину надо лечить, а не судить. Эта женщина убила своего мужа. У нее были на это причины. Сочувствуете убийце? Может, она вам чем-то близка? Вы знаете, где-то слышал, что сумасшедшие лучше всех понимают других сумасшедших. Так вы как никто должны понимать эту женщину. Откровенно говоря, вы обыкновенный моральный садист. Принося боль окружающим, вы тем самым компенсируете свои слабости. Вы знаете... Я знаю, где ванная. Я сейчас пойду вымою руки, а вы пока готовьтесь к массажу.